Придомовая территория дома номер 24 по улице Свердлова теперь носит название «Веселый дворик». Этот проект – один из 8 победителей в номинации «Поддержка инициатив, направленных на повышение уровня комфортности городской среды» в рамках конкурса грантов главы города Кургана. Хотелось бы, чтобы такой праздник был в каждом дворе нашего города. Сегодня, будем говорить, повезло, Свердлова 24. Здесь открывается детская игровая площадка «Веселый дворик». А для того, чтобы она открылась, надо всего лишь желание собственников жилья поучаствовать в конкурсе грантов и приложить свои руки и силы для того, чтобы благоустроить свой двор. На проект было выделено более 150 тысяч рублей. Строили его, как говорится, всем миром. Активисты дома за 2 месяца установили и разукрасили площадку. У нас также есть группа инициативных, доброжелательных людей, неравнодушных, которые помогали нам. Это жители нашего дома, непосредственно семьи там Скородумовых, Антухевич, Сосновских, Владимир Антонов. То есть они нам очень, так скажем, сильно помогали в этом во всем. Спасибо огромной администрации, что есть такие проекты. Как признаются жильцы, их двор стал магнитом для детей не только их дома, но и всей округи. Родители с удовольствием приходят со своими малышами в веселый дворик, чтобы отдохнуть и поиграть. Это неудивительно, ведь теперь вместо одинокого грибка, который красовался здесь несколько месяцев назад, есть качели, карусели, песочницы, горки, турники, баскетбольная площадка, беседка и лавочки. Очень красиво у нас стало. Самый лучший, мне кажется, двор в городе даже. Даже в городе. Я нигде не видела таких площадок. Самый лучший, самый красивый, детей много сейчас стало ходить к нам. И свои стали появляться дети. Молодцы люди, потому что дом такой дружный. Все молодые, у всех детишечки, у меня вон внучок бегает маленький. Очень красиво. И спасибо городу помогли. Площадка нам очень нравится, ходим с сынишкой сюда гулять. Что больше всего нравится? Арсенька любит качаться на качелях. В песочке играем, бегаем, веселимся. Очень любим свой двор и город свой. И людей любим. Вот они пришли тут, наши, не наши. Какая разница? Они все наши. Жильцы не хотят останавливаться на достигнутом и планируют обустроить спортивную площадку. Светлана Епифанова, Валерия Мельникова, Илья Урванцев, информационное агентство «Курган.ру».